поехали завтракать в Футуру. На мой взгляд, чтобы познакомиться с атмосферой города, нужно позавтракать в местном кафе. Мне хочется чего-то вкусного и в интересной локации, поэтому мы отправимся в бистро Футура на набережной реки Карповки, которая работает в отдельном здании во дворе кластера Лен Полиграф Маш. Ну что, друзья, мы на месте, и сейчас мы отведаем невероятно вкусный завтрак. Он находится прямо рядом с ботаническим садом, и если будет желание, после завтрака можно отправиться в сам ботанический сад. У Футуры есть бистро с пекарней, а также бар. Бар нас с утра не интересует, поэтому мы отправимся в бистро. Здесь по-домашнему уютно и очень вкусно. Футура сотрудничает с фермерскими хозяйствами и обновляет меню в зависимости от имеющихся сезонных продуктов на кухне. На открытой кухне повара выпекают хлеб, закваску для него готовят сами. Команда Футуры поддерживает философию безотходного производства и, например, кофейный жмых превращает в мороженое. По части напитков акцент делают на пиво и сидр. На основе последнего еще замешивают легкие коктейли «Алканады». Кофе варят на зерне от петербургских обжарщиков. Помимо стандартного набора эспрессо, капучино, раф, есть интересные напитки. Фильтр кофе с вишневым кардиалом и cold brew с кокосовой сгущенкой. Мне нравится открытая терраса, поэтому сяду, пожалуй, здесь. Обалдеть, как вкусно! Это восторг! Не могла отказать себе в удовольствии взять круассан. Здесь невероятная пекарня. Утром сюда приезжают за кофе, нарядными булками и завтраками. Днем на обеды с камбучей, по выходным на неспешные бранчи, а каждый вечер в бистро любопытные сезонные гастрономические ужины. Летом во дворе нескончаемый калейдоскоп вечеринок и веселых коллабораций с соседями. Все-таки нет ничего вкуснее еды, приготовленной с душой.